Всем привет, с вами Мистер Ник. Это обзор на игру. Итак, сейчас у нас будет загружаться игра эта. Прям начинаю с самого начала. Я еще не заходил, в нее не играл. Вот у нас вот такое начало, довольно-таки стандартное. В многих играх такое начало. Как мы видим, тут вроде бы какие-то ученые разработали что-то, и у них не вышел эксперимент. Давайте посмотрим, что здесь. У них тут зомби появились, которые начали... Ну, один зомби, видимо, заразил человека. И так пошел процесс. И сейчас зомби против человека. Вот название игры вы видели сейчас, наверное. Так, у нас опять что-то загружается тут. Так, все, давайте выберем язык. Может, тут какой-то другой язык есть. Так, русского... А, вот русский есть. Принять. Играть. Сейчас у нас будет небольшое такое, типа обновление. Загрузка, короче. Так, у нас уже 21%. Сейчас до 100 доходит, мы начинаем играть. Так. Перетащи. Ага, понятно. Сменить оружие, перезарядить, стрелять. Ну, тут, в общем, все нормально. Понятно все. Сейчас я звук потише включу. Так, вот, я бездомный. Нормальный зомби, который открывается. В очень близкого расстояния. Класс. Так, машинист. Ну, окей. Вот ты где. Я тебя заждался. Нам нужно больше медицинских припасов. Слишком плохо. Эта больница окружена зомби. Мне нужно, чтобы ты прикрыл меня. Хорошо. Я тебе кое-что должен. Перетащи левую часть экрана, чтобы прицелиться. Справа внизу для выстрела. Так, я так понял, что только в хедшот можно стрелять. Хотя не только. Так. Так, у нас есть гранат этот есть. Так, давай сейчас будем сносить их по-быстренькому здесь. Я уже немножко тут понял, как играть. Все, мы прошли миссию, все. Игра такая довольно-таки интересная такая. Легкая в управлении, все тут довольно доступно и понятно. Даже не знаю, может она... Но в Google Play она в новинках. Может быть, она давно не новая. Но вот нашел такую игру. Тут еще и звание есть. Нормально все. Так, поздравляю с повышением. Ты должен продолжать выполнять задание, чтобы разблокировать больше оружия и припасов. У тебя нет шансов с этой пушкой, зомби становится все сильнее. Так что пора добыть новую оружие. Ну, походу, новую пушку. Открыть магазин. Так, давайте покупаем пушку. Деньги у нас, как всегда, даются. Все, у нас все есть. Боеприпасы, вооружиться. Назад. Все ясно. Обещай мне, что если ты... что если бы я остался одним из них, стреляйте в меня, прежде чем я съем кого-то. Я ненавижу нездоровую пищу. Перевод тут, конечно, хромает. Получи новую миссию, штаб-квартира, продолжай двигаться, я тебя прикрою. Давайте во вторую битву. Так. Но игра, в принципе, хорошая, но не настолько хорошая, чтобы снимать по ней летсплеи. Так что я, наверное, этого делать не буду. Так, для переключки направления. Тут все, видимо, идти можно даже.
Так. Управление, в принципе, нормальное, но чуть-чуть неудобно здесь что-то. Цель слишком большая или что-то такое тут. Так. Смотри, у нас тут еще есть, я смотрю. Один остался. Так, что это я не могу понять за дела. Какой-то алерт. А, тут просто можно нажимать. Так, миссия тоже выполнена, да. В принципе, игра пока что легенькая такая. Напрягаться тут особо нечего. Так, в общем, мы получили один золотой слиток и 7000 долларов. Вроде, я как помню, наше оружие стоит тоже 7000 долларов. Там еще мы платили 4000 за покупку, ой, за обновление. Все в порядке, миссия завершена, давай расслабимся после работы. Ай-яй, какое предложение-то. В этом городе все еще работает казино, ты знал? Так, казино. Ну давайте попробуем. Вращаем бесплатно, вращаем бесплатно и вращаем бесплатно. Сейчас, скорее всего, мы выиграем. Или нет, не выиграли. Нет, за 3 я вращать не буду. Эти зомби действуют очень странно. Может быть, их босс приезжает. Я должен сообщить штаб-квартиру, прежде чем это слишком... Прежде чем это слишком поздно. Видимо, прежде чем это, ну, станет слишком поздно. Ты обещал меня, не так ли? Я убью тебя, если ты решишься умереть раньше меня. Пока, дорогая. Храни себя, Господь. Ежедневный бонус принимаем. Получаем награду. Так. Вот в казино тут можно, как видите, крутить раз в 1,5 минуты, походу. У нас какое-то достижение тут. Получаем. Назад. И вот еще квест есть. Все, закончили его. Получили награду. Все нормально. В принципе, как видите, игра такая легкая. Давайте выполним еще одну миссию тогда. И у нас будет повышение в звании. Также мы, получается, разблокируем новое оружие. Награда будет. Не знаю, по-моему, эта игра какая-то уже, ну, не прям такая сложная. Ой, не новенькая. По-моему, я ее уже где-то видел. Или похожая эта игра. Так, надо чуть помедленнее стрелять. А мы сейчас все патроны просрём. Так, мы подстрелили ему ногу. Тоже второй. Этот, Так, перезарядка быстрее. Так. Давайте кинем гранатку им туда. Так, мы что тут? Пока что у нас все проходит нормально. Особо критических моментов таких не было. Что мы, ну, что нас, в принципе, чуть не убили. У нас пока что полное здоровье все у нас. Ну, вот это вроде бы здоровье, но нас, я как помню, еще не били. Так. У нас там один полз к нам. Видимо, мы опять прошли миссию. А нет, новая волна. Всем 2 хедшота. А нет, один пока что. Вот второй. Еще хедшот.
Что он тут дерзит? Я не могу понять. Покупаем патрончиков. Три кило сразу же. И вот на этом мы, походу, заканчиваем миссию. Значит, дострелим их. Так, миссия снова выполнена. Это уже как неудивительно. Даже не знаю, как тут нужно играть, чтобы не выполнить миссию. Ну ладно. Так, на этом наш обзор заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, если это, ну, если вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Такие видео будут выходить часто так. Ну вот, как только появляется новая новинка, так сразу же будет выходить видео. Так, с вами был мистер Ник. Сейчас давайте еще раз покрутим казино. Казино, да. Все, у нас нормально тут. Все нормально выиграли. Ну все, всем удачи и всем пока.